Эй, это же я, самый любимый радиоведущий, Джанки. Ого, да, это же светлый. Ты в одиночестве, ничего страшного, но ты можешь быть номером один. Тебе нужно VPN. Ты же не хочешь жить на помойке. Ну тогда давай завершим сделку. Я могу, и ты сможешь, я могу, и ты сможешь, я могу, и ты сможешь, я могу, и ты сможешь. Ну поехали, дружок, подпиши контракт и сыграй свой акт. Смотри на меня, потом на себя, да, не отличи ты, как я. Лучший, отчаянный, ладно, купи у меня VPN, и будешь номер один. Мы вместе с теми, и курс ломать, мы здесь не замерзнем, на Северном пульсе. Я и ты, мы все сможем. Посмотри на меня, а потом на себя, да нет отличий. Подпиши же контракт, сыграй свой акт, я самый лучший радиоведущий. Ладно, ты это и так знаешь. Ты согласен? Ладно, молодец. Закончу все это. Скоро встретимся. Это сделка, не сделка. Ты сделал правильный выбор. Пока, я буду на помойке. Я жду тебя. О, ты тут. Тут, наконец, про сделку в королевский замок. Там есть артефакт, но его не просто взять. И для этого и нужен VPN. Узей нет рядом. О нет, как же жаль. Ты самая глупая персона на свете. Ой, я недостаточно большой, я не свободен. Азриэль, мне нужен ты. Я таким. Необычным парням, которые чудо верят. В один миг я стал популярным, но потом я осознал, что в этом мире чудо не бесплатно. Теперь я самая лучшая персона. Стоп, Астрель, закончи это! Кончи все, и я буду свободен. Ты мой самый лучший друг. Наша дружба, моя самая лучшая часть моей жизни. Так немедли. И закончи это, и я буду.